Пускай вокруг говорят, все забыто. Пусть в этом городе кровь вновь льется. Моя последняя дверь не закрыта. Но сердце не бьется. Здравствуйте, здравствуйте, зрители! Наконец-то уже все близится к концу! Все ближе и ближе! Последний поребрик! А, нет! Нет, нихуя, предпоследний! Сука, еще так долго! Предпоследний поребрик! Перед последним тотализатором и последним поребриком до мании. Господи, сколько мне еще терпеть вас всех, ублюдков, в этом старом формате, пока придет новая эра, которая весь кал сметет волной просто. Ну вот, пока что все близится и близится, все развивается и развиваются сюжеты к нашим шоу. Вот сегодняшний карт вам опять же не весь, потому что он будет развиваться в ходе шоу, вам показывают. Я уже даже не знаю, о чем говорить. У меня уже нету сил, ни желания смотреть это старое дерьмо по старому формату моему, в котором каждый ублюдок выблицкий может чего-то достичь. Это нехорошо. Вот, кстати, один выблюдок слева. Читосный фузер. Надеюсь, Альберт Магнус-то его трахнет все. Вот единственный сюжет, который меня более или менее радует. Пацаны из стопа наводят шороху. Надеюсь, сегодня они тоже немало взбудоражат умы фанатов поребрика. Будет экстремальный титул, реванш. Станет ли Гарри Тесла трехкратным чемпионом или нет? Вот мне интересно, матч-реванш за командный титул, это, наверное, единственное, что реально интересно мне на сегодняшнем шоу. Ладно. Я не хочу ждать до End of Generation. Я хочу воспользоваться своей возможностью прямо сейчас. Потому что на End of Generation будет еще 3 дебила, которые будут мешать мне выиграть этот титул. А я хочу доказать, что я один способен все это осилить. И, Андермаск, я вызываю тебя сюда на честный разговор с глазу на глаз, чтобы мы обсудили мужские вопросы. Надеюсь, ты не засышь выйти, а? Андермаск, ау, где ты там? Неужели вместе со своей маской ты запрятал вот эту железную хуету свои яичишки, которые не могут вырваться и заставить тебя поступить как настоящего мужика? Давай выходи сюда, я ни разу не видел, чтобы ты ссал. Я видел, как ты сосал у Файзера. И это ты делал с большим удовольствием и самоотверженностью. Не заставляй меня тебя обсирать, выйди по-хорошему. Сука, если ты сейчас сюда сам не выйдешь, я отправлюсь за кулисы и буду тебя искать. И когда я тебя найду, твоя маска будет сдернута с твоего лица и запихнута тебе в анус. Причем самым ублюдским способом, поперек, чтобы твоя жопа разорвалась на куски. Хотя куда еще больше? У тебя и так очко огромных размеров. Чё тебе надо, чмо седое?
Ты зачем меня сюда вызвал? Хочешь подраться? Хочешь за титул мой побороться прямо сейчас, пораньше, перед манией, да? Да? Я скажу тебе, хуй, понял? Ты меня задрал, все меня задрали. Только я честно смог побить этого ублюдка Файзера, так нет, выбежал Магнус, выбежал ты, выбежал еще куча кого. Ну а ты чего хотел, Андермаск? Быть чемпионом — это сложная задача. Это не сидеть пердеть в раздевалке, рассматривая свой титул. И выходить под песню о том, какой ты конченый. Но это единственное, с чем я согласен. Это, значит, тяжелая профессия. И надо отстаивать звание чемпиона против любого, доказывая, что ты легитимный. Я-то легитимный, а вот ты — кусок говна. Но хоть в последнее время ты стал... одеваться более по-человечески, а то до этого выглядел какой-то кислотный, тупой, безмозглый фанат Фейса. Тут на себя посмотрите, татухи на морде. Ты же клоун ебучий. Клоун! Еще больше, чем Файзер. А это... О, это то еще достижение, друг мой. Господи, Андермаск, так и скажи, что ты ссышь, потому что... На прошлом поребрике я тебя уже побил, и ты понимаешь, что я побью тебя и сегодня, если ты согласишься на титульный матч. Так и скажи, что ты ссышь, что твои яйца уже давно где-то в мусорке сгнили, или их съели бомжи. Хотя нет, яйца бомжей ешь ты, точнее лижешь, когда они тебе позволяют. Сука, а как ты меня заебал? Все, ладно, я согласен. Хочешь матч, будет тебе матч, я сломаю твою рожу, а потом подниму на твои... бездыханной мордой этот титул, уроню его тебе на твою грязную морду и наступлю, чтобы она превратилась в желе раздавленное. Как ты, сука, за языком не следишь вообще, да? Все, Андермаск, успокойся. Все, что мне надо было, я от тебя уже получил. Титульный бой сегодня. Как же тебя просто, как ребенка развести на титульные матчи, а? Да ладно, не ссы, ты все равно ты получишь матч реванш на End of Generation. Не волнуйся, я же добрый мальчик. Оу! Походу токсин из мальчика сейчас превратился в девочку одним метким ударом Андермаска. И ну конечно, после таких-то обсеров Андермаск не выдерживает. Ему и так все мозги поистрепали. Файзер! Заебал его в край. Альберт Магнус тоже заебал и побил его. Токсин его отпиздил, теперь вышел, выебывается и требует бой за титул. Ну, любого нервы сдадут, тем более у такого конченого, как он сам про себя говорит, как Андермаск. Ну, что же, значит, сегодня нас ожидает титульный матч. Интересно. Не каждый... Давненько у нас на поребриках, кстати, не было титульных матчей за межрегиональный титул. 2 из 3. Ох, как я соскучился по этим правилам. Опа, ноша пожарника, но нет, дропкик, и вырубает Андермаск нашего токсина, но все-таки, ну, злить такого конченого не стоит, это уж токсин погорячился в натуре. Так, что же нас ждет сейчас по курсу? Ну вот какие первые бои у нас будут вот на этом шоу, первые два? О, две легенды нашей Феды, Тоха и Кирк Перри. Вау. Интересно, дальше что? Командный матч. Ну тоже любопытно, да, это вот так скажу. Ну что ж, пока Токсин и Андермаск там между собой собачатся, а Файзер вообще прозябает в какой-то канаве, обоссанный всеми собаками того района, где эта канава находится, я спокойно тренируюсь, готовлюсь к своему матчу и взять очередного титула на End of Generation. Вы все прекрасно знаете ведь, кто я такой. Я Альберт Магнус. Все бои за титулы, в которых я участвовал, во всех я одерживал победу, во всех. Я бывший межфедеративный чемпион, бывший мировой командный чемпион поребрика,
Если я начну перечислять свои заслуги в других федерациях, это займет час, а то два и три. Я просто хочу обозначить вам то, что победителем Sound of Generation уйду я. Просто вот кто мои соперники? Клоун Файзер, которого отпиздил уже любой, который честно ничего не может добиться. Токсин, которого я уже 300 раз побил. Или Андер Маск. Парень неплохой, но в последнее время что-то ему совсем не прет. Его и бил и Файзер, и Токсин, и я. Самый явный фаворит на победу на End of Generation, кто остается? Естественно, великий ужасный Альберт Магнус. Готовьтесь, пусть это был спойлер. Слышь ты, босс, ты чё там про канаву сказал? Кто меня обоссал? Нет, сучка, я вернулся. Ты не думаешь, что если меня побил какой-то там кикфост, то я пал духом и выбыл из гонки за титул? Нет, я вернулся, теперь я новый. У меня контракт с Читасом, я получаю огромные деньги. И я буду тебя иметь. Чего? Файзер, тебе самому-то не смешно? Когда хоть для кого-то угрозы от тебя звучали устрашающе? Да такого в истории никогда не было и не будет, потому что все знают, что ты просто клоун. А сейчас еще и Читас, как там, со вкусом пидораса? Ну, хоть в чем-то эта компания нас не обманула. Слышь ты, Альберт Магнус, если ты не веришь моим словам, то я могу доказать это сегодня на деле. Давай, ты и я, бой, один на один, честный. Или ты слышь, а? Слышь, да? Что, такой, как ты говоришь, клоун, как я, разорвет твое очко и вывернет тебя через него наизнанку? Файзер, господи, я не знаю, насколько надо быть ущербным чмом, чтобы бояться тебя. Тебя, идиота, который как полный дурак слил Викингу на битве брендов, во всех честных боях своей карьере тоже сосал. Да кто тебя вообще боится? Меня боится твоя жопа, потому что она знает, что после встречи со мной она станет в два раза шире. Ну ладно, не буду пользоваться стандартными обзывалками, которыми пользуются все. Просто скажу, если ты не сыкло, ты выйдешь против меня. Ну и в итоге, ну это уже я постараюсь, ты ляжешь под меня. Повторюсь, Файзер, ляжешь тут только ты. А повторюсь в том, что ляжешь ты куда? Правильно, в канаву, где тебя басут все собаки района, где эта канава находится. Ты хоть знаешь, кто я такой? Ты, видимо, со мной ни разу по-нормальному не сталкивался, а? Я Альберт Магнус. Я Альберт Магнус, я великий ужасный. Да соси ты, понял? Соси! Еще раз скажу, соси! Магнус, у меня уже руки чешутся, сука. Давай быстрее соглашайся, хватит ломаться, как целка после 7 абортов. Или встань на колени и скажи: да, Файзер, прости, я тебя ссу, не бей, пожалуйста. Не бей, пожалуйста, говорила твоя мать твоему отцу, когда была тобой беременна, но он к ее советам не прислушивался и пинал ее ботинком с пыра в живот. Именно поэтому ты родился таким ущербным, понял, Файзер? Мне кажется, что когда ты рождался, тебя тоже пытались обратно запинать, чтобы ты не вылез. Но ты каким-то чудом выскользнул. И все, я заканчиваю этот бессмысленный пиздеж.
Ах да, ну ладно. Хочешь получить от меня по роже, я согласен на матч. В сегодняшнем вечере. И также, как я сейчас ставлю точку в этом разговоре, в сегодняшнем матче я поставлю точку в твоей карьере. Ты у меня до End of Generation не доживешь, сосунок читосный. Life's just a blast, just a moving really fast. Better stay on top of life, I'll kick you in the ass.